не удержусь рассказать байку. Ну, знаете, да, что эту песню писал Берковский и Никитин. Это первое их совместное сочинение. Но популярной она стала. Ее Поль Мариас сыграл после того, как услышал, как Никитин ее поет. А мы с Берковским ее не пели. Я 25 лет пропел с Берковским, но песню эту мы почти не пели. Пока не подошло, он меня пытался уговаривать, а я ему говорил, что не, Виктор Семенович, он Никитина поет, и слава Богу, а у меня тогда голос вообще был на Никитина, еще больше похож, чем сейчас. И я говорю, зачем это нужно? Но какой-то возник повод, что нужно было спеть эту песню нам вдвоем, мужским дуэтом. Ну, там он подстроился, что-то какие-то вторые глаза, вот как Костя сейчас пропевал, только еще меньше. Я пел, между прочим. Ну и вот, значит, мы так расшаркиваясь вышли на сцену, спели эту песню, получаем записку. Очень хорошо поете, очень похоже на Татьяну и Сергея Никитина, а издалека вообще не отличить.